Всем привет! Меня зовут Екатерина. Начинаю сборку тортика. Сегодня у меня будет 5 тортик с персиком и со сливочным кремом. Тортик детский. Пропитываю сиропом из персиков. Тортик для двойняшек, для мальчиков. Это самая распространенная начинка среди маленьких деток. Оформлять буду с помощью мешка, чтобы был ровненький тортик. Вкладываю персик. В один слой. Персики выложила. Затем 5 коржек. Чтоб ровненько был, смотрю. Тортик собрала. Все, сейчас уберу в холодильник и завтра утром буду его украшать. Достала тортик с холодильника. Сейчас буду его оформлять. Хорошо отстоялся. Подготовила крем. Будет 3 цвета. Нижний цвет. Сначала начну выравнивать голубым. Желтый красивый, такой яркий цвет. И дальше будет белый. Все, теперь я начинаю выравнивать.
Тортик я выровняла. И сейчас буду украшать. Сделала вот таких мишек красивых. Сейчас буду их ставить на тортик. Я так на шпажку посадила мишку и глазурью покрыла снизу. Покрываю глазурью с помощью кисточки. Также у меня есть вот такие пинеточки, которые я делала видео на канал. Сейчас я их тоже буду устанавливать. Сверху, ой, снизу глазурью покрываю. Глазурью покрываю для того, чтобы мастика на таком креме не потаяла. Ну и для дополнительной сцепки. Чтобы они хорошо устойчиво стояли на поверхности торта. Тиночки установили. Дальше буду устанавливать календарик. Получается, еще у меня есть. Мне надо установить время. Так, время установили. Куда-то бы мне еще ленту. У меня есть вот такие шарики. Сюда положу метрику. Так, теперь мне надо аккуратно прилепить циферку. Прикрепила надпись. Немножечко сыплю шариками серебряными.